Слева сторона. Сторона направо. Да, да, представим сторону. Так, еще какие ходатайства имеются? Администрация муниципального образования получила только что позицию прокуратуры, поэтому ходатайствуем о представлении нам времени, чтобы изучить их и предоставить особую позицию. У нас сколько жалоб? У нас 4 жалобы, да? Вот. Вы заявляли жалобу, просто что там о привлечении, у нас кто заявлял там? Вы заявляли? Да, я Разносчики, какие у нас ходатайства есть? То есть привлечь кого попросили? Уважаемый суд, мы говорили о том, что данный судебный акт, который мы обжаловали, мы не по суде сейчас нарушает, говорим. Я поняла, уважаемый суд. У нас город просит значит, жалобу привлечь. Так, Туганова, ты же искаешь Шарикова, да? Ну, у нас, да, совершенно поддерживаю. Поддерживаю. Да. Указать, и согласен. Какое ходатайство еще у нас? И... Так, у нас длина... А вы тоже просили, да, Петрович? Тоже просили, да? Уважаемый суд, вы мне задаете вопрос? Да, вопрос представитель кого? Я поддерживаю ходатайство, которое заявил орган местного самоуправления о привлечении. Вы представляете интересы? Я всем? Представляю интересы Ноздрина. Вот ваши жалобы, жалоба, написано, Жадно. Это я, да. То есть вы просили привлечь. Вот суд спрашивает, какие у нас есть ходатайства процессуального характера? Уважаемый суд. В своей апелляционной жалобе я о привлечении, ходатайство о привлечении мне не содержится. Я говорю о нарушении прав этих лиц. С учетом того, что орган местного самоуправления заявил ходатайство о привлечении этих лиц в дело, я его поддерживаю. У вас нет ходатайства? Еще у кого? Нет, у вас нет. Социального плана? Простите, понятно, у меня есть ходатайство, поскольку я... Мы сейчас только какие у нас имеются ходатайства. Мы их не обсуждаем процессуально. Просто какие имеются. Я спрашиваю, у кого есть какие. Уважаемый суд, у меня есть ходатайство. Оно аналогичное ходатайству, которое также высказывает орган местного самоуправления относительно того, что позиция прокуратуры была вручена сейчас в коридоре. Поэтому я также заявляю о том, что необходимо время. Понятно. Но это не процессуально, это вопрос. Да, уважаемый суд, комитет по правоохранительным органам Саратова также имеет аналогичное ходатайство о предоставлении дополнительного времени с целью ознакомления с позицией прокуратуры, поскольку включено непосредственно перед процессом. Все? Разрешите мне? И также, уважаемый суд, еще ходатайство имеется. Мы также поддерживаем ходатайство о привлечении к участию в деле. Уважаемый суд, однако, хотелось бы также в данной части пояснения некоторые. По существу не нужно. Просто вот поддерживайте. ЖСК «Дом на Шарике» изменил свое наименование. Это уже касается существа вопроса. Просто понятно. Поэтому с целью подтвердить данное обстоятельство у нас имеется ходатайство при общении документов. Уже по существу. Исак, все важно. Да, все важно. Пожалуйста. Хотел бы добавить, что у нас позиция по делу проекта «Усиская Радука», мы направили вас письменное пояснение, не направляя сторонам. Мы просто направили по электронной почте благовременно и вручили до судебного следствия. Все, видеосъемка прекращается.